Йо-йо, здравствуйте, добро пожаловать на эту игру. Сегодня уже успел зайти в Лару Крофт, но, скорее всего, больше заходить не стану, так же, как и непосредственно. Ситуация сложилась с этим самым, как его там, Under the Waves. Вот. А эта игра, я надеюсь, будет Under the Waves, которым могла бы быть. Ну, в общем, короче, почему? Потому что я почитал отзывы, и там, в принципе, мы уже все посмотрели, лучше там уже не будет, а учитывая, как они сообразили осьминога, не заслуживают они непосредственно. Да. Тем временем на корабле. Пьер Лебланк. Эти акулки, да, я охочусь за акулками. Я надеюсь, чтобы там вот это все четко было. Вообще, люди должны, у них там вообще странные идеи по поводу акулок. Они говорят, что мы должны жить вместе. Что имеется в виду жить вместе с акулкой? Это акулка, она хочет кусь-кусь. Сажать ее нах. А что я делаю, это я такая вот honor. Я убиваю их нахрен всех. Если бы я мог, я 24 часа бы в день их всех. Привет. Ох, сидит, я ж работаю. Голодный. Нет, я паю. Мы играем за акулку. О, да, акулка. Акулка. Это долбанная акулка. Бычья акулка. Бык. Она быстрая, смертоносная и... Keep current... Что? Геймплей? Current invert. Нет, просто есть, наверное. Итак, акулка, она очень быстрая, очень опасная, и у нее двигаются жабры. И она вся движется. Что у нее торчит из-за... Что это такое? О, нет, у нее что-то из бока торчит. Великолепное мышечное чудо. Очень она крепкая. И вот другие умные слова. Итак, нажмите РТ, чтобы кусь-кусь. Кусь? Кусь. Подождите, я хочу увидеть этот кусь. Этот кусь? Это ЛТ, извините. Вот это кусь. Нажмите Bite Repeatedly, чтобы съесть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, я же... Да, это то, что нужно. Да, 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 все, что надо. Так, все, поехали. Маленькие рыбки. Ой, мы можем их видеть. Ого, она может бить хвостом. Еще и заднюю сдавать. Или как? Что это она делает? Я что-то не понял. Бок вот это говорит. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну давайте-ка атлантический группер бы сожрать. Нет, давайте-ка вот махи-махи. А ну-ка. Ням-ням-ням. Блин, так это же как игра на телефоне, которая была. Этот хищник, он 350 зубов своих на рассмотрение показывает. Группер скушали. А, нужно сожрать троих. Так, ням-ням-ням-ням. Сожрал троих. Ням-ням-ням-ням-ням. Дядя. Так, вы сейчас можете использовать Tail Whip и шлепать своим хвостиком. Для этого нажмите LB. Апча. А ну-ка, иди-ка сюда, рыбка. Апча. Да, как вверх подняться? Ня, тебе рыбка. А ей по барабану. Stun Targets. А, во, надо было попасть просто. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что еще нужно? Я должен мне всех что ли сожрать? А, мне нужно их всех понокать сначала, я понял. Сейчас. А как, с какой позиции она нокается? Просто смотреть на нее вперед, да? Вот, да. В общем, это такое вот поведение для другого типа акул, но эта акулка умеет своим хвостиком пользоваться. Так, плывите на поверхность с нормальной скоростью. О, нет, он осьминожков ест. Я не буду есть осьминожков. Ну, рыбку и этих самых мы будем есть головоногих моллюсков. Не головоногих, любых других моллюсков, только не головоногих. Так, вы плывете нормальной скоростью. Книфинг, чтобы сделать книфинг, позволит вам добраться до поверхности и продолжать преследовать свою добычу. Поехали.
надо с управлением разобраться, но немножко больше, более чувствительно, чем в вчерашней игре. Так, нужно шлепать РТ. О, да. Май. Как же ты хороша, акулка. Так. О. Вы как Красивск. Красивск-то какой. Вот почему вчера не было этого в игре? Почему? Игра. То есть я понимаю, у них там повестка, окружающие, окружающие среды и так далее. Но они на словах объясняют, что там должно быть больше популяции. Не больше, а стабильнее. Ой, то есть оно меньше, чем стабильная популяция, например. Или там еще что-то там. И мы должны защищать. Но там не было вот такого, ничего. Там ничего не было. Там ты просто плывешь и какой-то мрак. То есть в чем черепашка? А, так тут еще разные награды с разной байды. Дун-дун-дун-дун. О, а это что за байда? Что это за прыжок веры? Непонятно. Это хвостик вниз. Ой! А что это такое? Ну, с кнопками я не разобрался. Вот, но я думаю, что, к сожалению, черепашке придется кусь-кусь. Черепашечка. Без обид. Конечно, кому-то охота кушать. Ну, вообще, такая мальчик с пивком. Ну, просто не осьминожек с пивком. Вы можете прыгать, чтобы прыгнуть, нажмите А, и, в общем, вы достанете противников над водой, нажмите А, а потом, чтобы прыгнуть с книфинга. Бычок, акробат долбанный, он прыгает, как... О, как этот самый. Тоже это орка. Это... То ли это морской тюлень, то ли это... Это самое. Это, что мы вчера видели в игре. А как нырнуть? А, вот. Дун-дун-дун-дун. Дун-дун-дун-дун. Так, у нас здесь сканер какой-то есть. Что это? Что вот это такое? Что оно делает? Ничего не понятно. Сканируют. Так, черепашка, без обид. Третьего уровня черепашка. Что вот это вот в бачку у него такое? Как будто труба какая. А мы можем ее отшкрябать с текстурки как-то, нет? Да, показывает, насколько она опасная акулка, акулка. Группер какой-то. Иди сюда, группер. Сейчас я... Как тут ускорение? Это ускоряемся мы, я не знаю. Ой, я ошибся. Ну это вот группа, все. Макрель. Королевская макрель. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Попугайчик, рыбка, попугайчик. Еще одна рыбка, попугайчик. Ням-ням-ням-ням-ням. Не, стоп. Махи-махи, ням-ням-ням. Все идеально. Человек. Так. Тут надо будет постараться. Он как будто бы слишком в безопасной позиции там. Человек. А если я выпрыгну, как мне назад запрыгнуть? Вопрос. Ням-н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 ям
водичку. А вы сейчас можете свалить из позиции, нажимая X. Ну, это уже... А, X. Да, большая рыбка, она в океане плавает. А вы можете разгоняться с помощью LT. Рыбка, значит, скорость акулки коровки, она очень большая для... А, мы не можем свалить... Нажмите LT towards surface to breach out of the water. Она летает! Она летает! Так, тихо-тихо-тихо, там я вижу, что-то. Там я вижу... Я вижу там кое-что. Ай, ошибка. Сейчас мы разберемся. О, так мы же можем хвостиком ее шлепать. Hello! Стоп, а тот чел, который был, он куда подевался? Там же был чел на этом самом. Куда он делся? Сейчас мы разберемся с этим.
Здорово, чел! Акулка, акулка! Кто там еще внутри остался? А, его просто так не достать, надо подготовиться. Чел, выпрыгивай, это опасно, там плохо, акулка. Акулка тебя достанет. Спасайся, чел, спасайся. Я предупреждал. Да куда? Так, нажми TLT. A breaching shark is a rare and calorie-intensive spectacle. Да, насчет я не понял, как это именно делать. Ну ладно, мы перед этим кучку-кучку можем сделать. О, нет, лаги! Чё тут уже лагало? Чему игра не лагает? Летает? Какого ты летаешь? Чему в Outward я кулка не летала? Так, блин, я забыл кнопку, какую кусь. Ага, все, вспомнил. А, когда на ней людей нет, она уже не будет плавать. Поймай. Так, нажмите Towards тра-та-та. Хорошо, сейчас. Нет, это неправильно. LT up towards surface. Да что, как? А, вот так, может быть? Нет. Ныряем. Вот так. Ага. Ну, короче, мне еще раз надо это сделать. Четко. Так, человек. Ахуман. Ахуман там находится. Сейчас мы его... Нажмите, чтобы... РТ, ЛБ, сейчас... Так, hold RT и press LB. Hold RT. Это то, что надо? RT holding. Это что такое было? Ой, чел, сочувствую, но это ГГ. Это ГГ. О, другой человек. Ой, а что тут, нету отметочки, что здесь акулка? Должна бы была бы быть. Стоп, а чего мы-то? Мы с едой не играемся, а ну-ка. Где она? Куда ты? Да что ты, как? Да какую кнопку мне нажать-то? Ох, уже акулка на улице. Ладно, поехали искать еще одного. Стоп, а так мы это с рыбкой можем проделать. А что нет? Сейчас мы рыбку найдем какую-нибудь. Вот группер большой, 6-уровневый группер. Ты что, это такой быстрый группер? Все, мы научились плавать. Итак, свалите и что-то там. Квест. Beach Goers. Нам нужно пляжников 10 покусать. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Ты чё, это никого не кусь-кусь? Непорядок. Это не считается за бичгоеров? Но они же на пляжу. О, махи-махи. Из-за того, что их нужно много кислорода, махи-махи, они, в общем, много плавают, чтобы вентилировать свои жабры. Это очень хороший урок истории. Меня больше интересует, каких бичкоеров мне нужно искать. Это считается за бичкоеров? Нет. Вот это считается за бичкоеров? А кого же мне искать-то? Crawfish Bay Revenge. Чё-то я не понял. Story Collectibles. Хорошо. Но мне вот это надо. А, у меня отметка есть на карте. Вот эта отметка. Все, поехали. Извините.
показывается нам. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Смотрите, какая кука. Смотрите, как она умеет кусь-кусь. И хвостиком вот так вот шлёп. И вдруг кусь. Ох ты, кукочка. Махи-махи. Блин, махи-махи тоже надо кусь-кусь. Настя, пожарный. Может быть, у нас улучшения потом какие-то откроются там или еще что-то. Коралловый гороптер. Надо нырять. Тут довольно хорошо сделан подводный мир, в отличие от какого-нибудь рафта. И здесь. Так, мы что, прибыли куда-то? Так, и ешьте, и ломайте. Ясно, понятно. Сейчас будем есть и ломать тогда. Какой-то там юникорн. Нет, юникорн, не будет тебя. Это хорошая информация о том, что хорошо известно, что моллюсков, рыбку и всяких других челиков есть. Они еще любят есть страх. Очень страшно. Спасатель, а ты не видишь тут проблемка? Ты вообще свою воду мониторишь? Спасатель. Уман. Еще уман. Больше, нужно больше хуманов. Извините. Так, тут надо очень аккуратненько подплыть, чтобы они ничего не поразорвали. И потом... А дальше? Должно быть отмечено, что такое урода жестокость, она довольно недобычная для акулочек. О, нет, Чет собирается охотиться на акулочку. О, нет. Итак, вы должны драться с корабликами. Корабликой у них там есть, значит, оружие. Вам нужно всех побеждать. Хантер-дайвер. Сейчас мы разберемся с этим хантер-дайвером. А, вот поэтому, наверное, у акулки это самое... торчит с этого самого сбока фрагмент. Сейчас так, а да что это вот за чад что-то сделал долбанный ты чад. Так, вот еще один охотник. А что ты такой, не такой же крутой охотник? Еще один охотник, сейчас мы. Дерись. А, вот же. Не, ну сначала надо дайвера. Да, ныряй, акулочка, ныряй. О, какая драка. Да, тут охотник. Ой-ой, а что это у них такие орудия? Ты чё, пес? Сейчас вот. Акулка! Акулка, прожимай, да прожми ты кнопочки. Ты ж только что все хорошо делал. Так. Так, ныряем. Дым-дым-дым-дым. А, вот еще один чел. Все. Все. Но наша задача это вот это вот поломать. На них очко дает. Ну, как говорится, без очка. Без очка. Так, а ну-ка. А что за беда? Как там толкать? Как каким хвостиком бить? Правым, левым? Так, акулка, ты чё доиграешься немножко? Давай. Так, шлёп, давай. А чё теперь? Окей, Дерек, давай, кусь-кусь. Монами. Так, осталось 3 лодочки. Сейчас будет много брызг. Так, стоп, это только не этот самый. Я свой план нарушаю. Нужно сначала разобраться с этими челиками. Так. Давай. Готов. И сейчас разобраться с этими челиками. Так, где эти долбанные охотники, блин? Оп, упсы. Ладно. Немножко непривычное управление, надо, чтобы эти самые нейронные связи знакомились получше с этим управлением. Да блин, это не то. Вот.
Так, где это долбанное? Ага. Эй, чё, пёс? Где ты там? Я не представляю, как это с клавой играть. Как может быть акулкой, когда ты играешь на клавиатурке? Так, вы что, ещё плавать, что ли? Серьёзно? Не, сейчас это самое, справим. Все еще плывете, да? Акулка? Акулка не выпрыгивает так высоко, акулка. Дам-дам-дам-дам. Так, цветово, кого мы ищем? Не понял? О, ты смотри, какие новые, хорошие. Трофей будет, да, так вот и все. Посмотрим, чел. Кого-то Пит поймал акулку? Что? На борту королевы Пит посмотрел на акулку. Это копье моего отца. Но это не акулка. Не то, которую ищу. Как ты знаешь? Да, я знаю. Это недостаточно большая. Это похоже на мега акулку. Нет! Какой ужас! Вы посмотрите-ка. Вот пес. Вкусь его, акулка. Щеночек ответил кусочком акулки. Выруби эту юную камеру. Короче, отвратительный тип. Взял, пошкрябал. Вот этот вот, отвратительный пиц. Чё, в качалку хочешь пиц? Колец своих. А Кайл Леблан. Акулка. Чё, я не понял, как он поймал акулку? Если честно, что-то как-то не было у нас вариантов, чтобы он не поймал акулку. Охотник для людей. Человекоед. Не, мы сейчас будем разбираться с этим делом. Итак, нам досталась новая акулка. Сожрите... А, мы за маленькую акулку. Так, Окей, в общем, согласно байке охотской, после того, как хищник почувствовал в кровь человеческую, он начинает наиболее опасную охоту совершать. Ну, то есть, людьми охотится. Маленькая акулочка, где эта царапинка? Вот сволочь какая. Еще и по жабрам. Вот пес. Ладно, акулочка, пойдемте. В пруду. Вы находитесь, да? Итак, выберитесь. Cradle to cave, visit the fort week. Видео круто. Нам нужно добрать Required Elder. Ага, короче, мы в этой лагунке должны подрасти. Соответственно, нам надо кусь-кусь делать. Поехали, акулочка. Как же тебя зовут, акулочка? Вот первый левел группер, это то, что нам надо. Ой, май. То что, типа, затопленное это? Так, что это такое? Значок. Ачивка какая? Запомните, когда вы... Когда вы планируете кладбище, вам нужно избегать зон с высоким риском. На побережье. Это вообще-то не побережье, это как бы как будто бы болото. Правильно? Хотя, блин, неизвестно, куда, как далеко он нас затащил. А, известно. Ну ладно, технически это можно сказать, что залив. Болотный залив побережья. Так, ну все, поехали хавать, а чё?
А чё, акулка? Кусь? Где-то же... Ты какая-то быстрая черепашка, ты чё это? Вот так. Маленько. И ещё одна черепашечка, пожалуйста. Ух ты, какие-то... Что это? Как это открыть? Куча очков. В общем, хищники очень рады полакомиться всем, что упадет на Денокиан. Ну, вообще, интересно, интересно. Так, значит, 120 метров в ту сторону, но при этом там мы не можем, нам, соответственно, тут, наверное, кружочек надо сделать. Ну, поехали. По дороге поедим. Группер чек. Группер. Дун-дун. Дун-дун-дун-дун. Омега-3. Кислоты пошли. Вот. Ням-ням-ням. Черепашка. Блин, ну сорян, черепашка. Я понимаю все, но... Как можно... Машинка? А, машинку нельзя. Слушай. Что ты тут одними групперами сыть не будешь? Встречи такие, как это, они быстрые и ничего лишнего. Лишнего в них нет. Я думаю, это такие есть. А, у нас же есть шкала роста. Маскланч? Что это за рыба? Не знаю, но у нее бекончика значок. Итак, драчка. Драчка... А, нет. Дикая... Жизнь. Ну, тут дикая фауна, да? Может быть, опасный. Вам нужно доджить этих атаки. В общем-то, пытаться там глоу, вот это все. И атаки, атаки. И стан. Если вы такого же размера или больше, вы можете хорошенько подраться. А потом их сажать. Вот. А чтобы это самое доджить... Ну, я понял. Так, кто из них тут опасен? Я не понял. Ой-ой! Ой-ой, это кто? Ты чё? Ты чё это? Ты чё? Ты чё? Тёп. Чё, офигел? Ты нас макрель теперь будет кусать? Ты чё? Не, не макрель. Как она называется? Это байда? Щука это какая-то? Это же какая-то щука, правильно? Кто это? Да я не вижу так быстро. Да, это похоже на щуку. Ай ты! Жаба, ты где-то там? Я не буду тебя станить, щука. Я сожру тебя полностью. Где ты? Толпанная красноперка, иди-ка сюда. Сейчас ты у меня такого получишь. А чё, уже все? Уже ты не крякаешь здесь больше? Нет, еще крякается ты мне. Что ты за пес такой? Блин, я потерял его из виду. Ага, вот он. Ничего себе, она что-то резко. Так, как я поймать-то? +30. На бицуху это. Ух ты, а это что? Жетончик какой-то. А как его достать? Оно зеленое и крутится. Я хочу это. Как это? Как это? Как туда залезть? Как туда залезть? Блин, неужели это нам всю дорогу придется прыгать? Стоп, а может быть, если это поломать, можно? Как тут поломать эту байду? Не, не ломается она. Да, наверное, туда залезть придется. Ну что-то далековато здесь ползти. У нас акулка, она быстро оксид... Ой-ой-ой, как у нее быстро кислородка тратится. Может быть, типа запрыгнуть когда-нибудь мы сможем. Мы же как-то там выпрыгивали. Но сейчас мы уже не можем летать. Ладно. Так, нам нужно туда продолжать путь, поэтому ныряем и продолжаем подпитываться. Что? Там снова охотник? Охотник спрашивает охотника, какова ваша профессия? Ой, блин, рыбы звуки такие не издают. Хлоу, играю. Чё? А зачем мне с ними драться? С них мало довольно опыта. Хотя, блин, стоп, это сом! 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 Вообще-то сом мог бы подраться. Так, а где там этот рюкзачок? Он далеко, наверное, да? Акулка, если мы сейчас вылезем, сколько ты протянешь снаружи? Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не можем еще улазить.
что, прикормочка какая-то? Так, мы еще в щеночек первого уровня все еще. Нужно поесть. Дым-дым-дым-дым. Группер, иди-ка ты сюда, группер. Ну ладно. Иди-ка ты сюда, группер. Хищник отмечен на карте. Сейчас мы развернемся и надаем ему. Иди-ка сюда, хищник. Ой, а вас тут чё-то много, чё-то много. А чё, ни один не мог? Ну, ты такой хитрюшка, да? Хотели подловить акулочку. Акулка вас подловит. Иди-ка, иди-ка. Так, 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 где он, где он, где он, где он? Где он? Банка. Где следующий? Где? Иди сюда, жо. Мелкая. Ты что еще рычишь там? Это ты, щенок. Блин, а сколько этих хищников? Ну вообще-то логично. Такое болотистое место. Но нам туда надо плыть на отметку, поэтому. Надо в город тут набраться. А то эти штуки, они только отвлекают, по сути. Мы же с них особо что-то не... Вообще, я не смотрел, сколько там отметка именно самого... Вот с этих отметка точно идет. А с тех? Ну, в смысле, полоска роста на кулке. Тут дом прям какой-то. А, идет, причем идет солидно. Так, блин, только их жрать и надо. Поехали. Все, нормально. Еще тут есть кто? Ой, нормально сегодня день, похавали нормально, да. Дум-дум-дум-дум. Просканируем здание, что-то непонятно. А что, залезть в него нельзя? Нельзя. Обидно. Ну так, мордочку выценим, просто прочекачу как. И обратно. Так, какой-то там третьего уровня сомик имеется. А где это? Где это там? Это тут. Блин, странно, что сомик такой пассивный. Ну что же, хищники. Мог бы и кусить. А зубки у него там, ого-го. Их очень много, кстати. Акулка! Она прыгает! Давай, акулка, прыгай. Стоп, а что это мы в текстурках застряли? Не-не-не, мне сюда не надо. Куда же мне плыть-то? Этот бакс мы видели, соответственно, я продолжаю в ту сторону двигать. А, мы уже на отметке? Стоп, а где вход в этот... Буй? А, вот! Наша акулка возвращается в грузу, чтобы личной трансформации заняться. Май. Что это за Красивск? Что это такое? Почему здесь так здорово? Что здесь бу есть? Есть какие-то звездочки. Что это за пещера такая? А это что, батискаф из той игры, в которую мы играли вчера? Нажмите в эволюцию. Поехали. Итак, у нас есть щеночек. Так, что здесь еще? Какие-то челы. Ничего не знаю. Карта есть. Катфишки. Фивер. Так, бам-брам. А, это наше задание? Серьезно? The overhunting of Fawtik's keystone predators has led так. to a superabundance of catfish, which is just fine by local bully Rosie the alligator. Ну, в общем, из-за того, что они слишком много охотились на... The overhunting of Fawtik's keystone predators has led to a superabundance of catfish, which is just fine by local bully Rosie the alligator. Наверное, выше хищников из-за того, что охотились слишком большом количестве на слишком... Из-за того, что они слишком много охотились, точнее, рыбалили, наверное, на высших хищников, из-за этого оверпопуляция сомиков. Что, в принципе, чем очень сильно доволен крокодил популяция.
Так, а этому еще нужно... Так, щучка. Ага. Ну, в общем, щучки их на Великих Озерах в основном находят. Непонятно, что они здесь делают. Нам их тоже сажать нужно. Только я не понял, а что это за Complete? Это вот это мне надо сделать? Biohunt? Нет. Nothing. Что-то я не понял, но с этим мы потом разберемся. Нам сначала в эволюцию надо. Итак, органы, тело. Нажмите А, чтобы сонар. Хорошо, значит, тайгер бади, тело тигра. Как тигровые акулки, которых называют мусорным ящиком океана, эта эволюция позволит вам сажать практически все, что угодно. Вы пассивочку получаете на 5 жиров, 5 протеинчиков, 5 минералов и даже 5 мутагенов. Это обилка. Обилка мусора переработки позволит вам увеличивать все, что нутриент, который вы получаете из этих самых. Я понял. 8К нужно на них. На них нужно 8К кристаллов. Здорово, скани! Это как вчерашняя игра, только активная. Как чейн залезли, ну, в смысле, вылезли, цель-то вылезть. Advanced Sonar, так, продвинутый сонарчик, это ачивку, это эволюционное направление позволит вам больше, дальше, выше и сильнее быть. 50% радиуса сонара и 10 на кулдаунчик. 2К этих, понятненько. Это то же самое. Может быть, потому что я пока еще не знаю их. Короче, нужно просто все жать. Но вот это проблемка. 8К кристалликов. Кристаллики я видел только с этих самых. Это проблемка. С черепашкой довольно мало при этом. Итак, нажмите А, чтобы Advanced Sonar Evolution. Нажмите А. В смысле, ну как нажмите А? У меня нет этих денег. Ну да. Нутриенты — это такие ресурсы, которые вы получаете, пожирая дикую живность, всякую человечечка, разрушая кораблики и также завершая квесты. Нутриенты позволят вам увеличить свой уровень и апгрейдить свою эволюцию. Эволюция — это мутации, которые позволяют вам получить великолепные силы, такие как костяная броня, ядовитые гланды, биоэлектрический орган. Вы получаете эволюшенсы. Правильно, там же не эволюция, это эволюциончики, будем так их называть. Тем, что вы... Infinity Ranks. Тем, что вы ставите... зла этим самым. Не собираюсь вылезти, сегодня собираем вылезти, но что-то не вылезли. Ну блин, четверо — это многовато, тяжело сразу собрать. Но еще не вылезли. А вы с контрольными точками или как взрослые дяденьки по хардкору? Вы, чтобы выбрать... эволюционные тра-та-та, гланды. Чтобы взорвать эволюциончики, вы должны повышать свою злосчастную репутацию. Короче, свою злостную репутацию тем, что вы выполняете знатные квесты, а также убиваете апекс-хищников. Не, настроя четвертый не нашелся. Да даже втроем. Да блин, даже вдвоем. Мне бы и одному бы тяжело было. А еще когда я там цепь... Сегодня у меня эта байда была в Tomb Raider. Мы там на гору залазили. И чел сзади. И этот самый... Лара впереди. И они связаны канатом. И Лара... Я думал, они канатом связаны, чтобы если Лара упадет, то чтобы этот чел...
остался цел. Точнее, не так. Если она упадет, чтобы этот чел задержал ее, когда она падает. Это я так предположил. Но на самом деле, хрен там. Три контрольные точки. Но они меняются. Охранный хрен там, что она упала, она за собой его потянула, а он еще застрял в... Она потом еще в текстурках застряла. Три контрольные точки, они меняются? То есть дальше вы прошли, и оно обновилось? Или на всю игру три контрольные точки вы выбираете, когда их активировать? Потому что если на всю игру три контрольные точки, то... Маловатенько. Ой, блин, я не дочитал, что там написано было. Ну ладно. В общем, показываем такое повадки поведения, которые более часто встречаются у китов и дельфинов. Эта акулка умеет использовать сонар для того, чтобы находить свою добычу. Где эта добыча? Тут ни хрена нет. Big B Swamp Tours. Большой B. На болоте туры. Туры на болоте, Биг Би. Блин, ну вообще это пещерка 10 из 10. Это хрень из Under the Waves. Вот это долбанный батискаф, который сдавал заднюю. И в итоге он залез. Вот смотри, он сдавал заднюю. Он засунулся вот задницей своей. Вот сюда залез он. Вот так. Это вот так вот не было бы, если бы не ломалось оно. Тут же еще есть вот эта байда, которая по болотам катается. Блин, слушайте, мне очень нравится эта пещерка. Прям не хочется вылазить. Все очень кайфово здесь. Но нам надо есть. Нам надо есть. Так, внимание, опасность. Ни хрена не прочитать. А как здесь прочитать, простите? Акулка, ну что ты делаешь, акулка? Это прям повадки из-за аутворда акулки. Нет, тут с какого-то другого угла. Ага, вот. Закрытая зона, потому... потому что там аутрич. Да, короче, потому что там аллигаторы кузьку сделают. Все, короче, поехали, значит, на находку. Так, вот, у нас, значит, есть вот эти вот канатные штуковины, переливающиеся. То есть мы по плану по ним можем ориентироваться, где вход, где выход, правильно? Вот это с этого мы зашли. То есть сейчас можем попробовать выйти в другую сторону, если есть выход там какой-то. И вновь акулка возвращается в это место центрального спокойствия. Стоп, а здесь что, один вход-выход? Вот это куда-то идет? Это буй от этого. Но пока по стилю, не так, не по стилю, а по дерзости. По дерзости игра напоминает это самое, In Sound Mind. Такой, что люди, которые делают, они понимали, что они делают. Разбираются. Там, конечно, подобрее. Тут не надо. Итак, сколько с одной? 40. А там сколько надо было? Блин. Сколько там надо? 8к. То есть это мне надо их 200? Черепашек сажать? Не, ну это они точно уже тогда исчезающий вид станут. Ладно. А, стоп, может быть это первоуровневые черепашки, поэтому они такие. А мы теперь зато второй уровень. Ой, чё, она что, больше стала? Ой, акулка, по-моему, больше стала. Вон у неё пузяка уже такая. Ой, ты акулка! Всё, поехали, акулка! Ой, сейчас мы будем жрать этих катфишев. Я с этим... Сомки... Опа-на! А ну-ка, а что нам будет за вот эту байду? А, это, кстати, их локация. Ну, там, пещерки. Так, так, акулка. Да что ты делаешь, акулка? Тебе стукать надо, не это самое, не играть. Она вообще ломается? По-моему, она не ломается. Она слишком маленькая. Она слишком маленькая, чтобы ломать. О, акулка. О, это кто такой? Это аллигатор!
Да, это серьезная травма. Долбанный аллигатор 8 уровня немного кусь-кусь с ним устроил. Так, нам надо подрасти, чтобы хпшечку вот это самое. А, хпшечка с каждой рыбки повышается. Чу, ничего страшного, ничего страшного. Так, нам надо 10 этих самых сорвать. На сомиков, так что, в принципе, давайте сконцентрируемся немножко. Рыб номер 5. Это просто, чтобы косарик поднять уже этих самых. Не, 8 уровня аллигатор нам не надо. Большое спасибо, мы уже поняли, он пол хп с одного кусь-кусь снимает. Но мы к нему обязательно еще вернемся, я думаю. Когда-нибудь. Когда-нибудь, когда мы тоже 8 уровня будем. Получит он у нас такого. Леща. Ой, вот он, бля, хомуха, бля, акулка, бля, чё-то провтыкал. Группер, нет, стоп, группер мне не надо. О, а эти штуки мне нужны. Иди-ка сюда, а чё ты там первого уровня? Ты чё? О-о-о, ну перепутала. Глупышка перепутала. Так, значит, где-то тут аллигатор, и я его путаю почему-то со осьминогом. Хотя вот они, ага, потому что их тут тоже много, да. Там прям три. Ты чё, щучка, ты чё? Ты чё? Да ты чё это? Так, аллигатор. Аллигатор. Ой-ой. Да блин, а где же мне? Не самое хорошее место для охоты на... А это мы уже слышали. Роузи аллигатор. Блин, у меня такое ощущение, что Роузи аллигатор это будет боссик, которого нужно будет победить перед тем, как мы сможем свалить. А, у нас какая-то новая отметка. Кто у нас отмечен? Кто это? Это не оно. Стоп, у нас есть какая-то задача, там что-то надо делать? Мэм-итер. Ого, если мы эту байду достанем, то нам дадут так много очков за нее. А ну-ка, поехали посмотрим, да, как она выглядит. Где? 70 метров. Может быть, это не та, которая прям так далеко была, и мы сможем ее достать прямо сейчас? А, нет, это... Они, наверное, все такие. Да, мы пока еще не можем выпрыгивать. Там, наверное, специальный перк нужен, что-то так. Музычка. Добро пожаловать. Ну потом. Как у вас дела, музычка? Так, что это эти мне щучки? Может попробовать постанить, там как говорилось. Я только забыл, какие две кнопки нужно нажать, чтобы выиграть. Может быть. Так. Не, как будто не так. Ну ладно, не так, скушай. Вкусняшечка. Ой, стемнело. А куки в этой игре должны спать или нет? Соберите все номерные знаки. Так. Миссия у нас новая. Хорошо. Давайте собирать все номерные знаки. Как тут отметить? Нет. А, так, грот это локация, которую можно найти в каждом регионе, там, где ваша акулка в безопасности. Идти в эти точки. Быстрое путешествие, сейв. И еще единственное, где вы можете эквип и апдейт. Ага, я понял. Окей. Destroy the target. Ой-ой. Я надеюсь, там цель первого уровня. То у нас акулка еще не совсем готова. Элитные. Убивайте элитных животных и людей, чтобы наградки получить. Угу. Давай. Да. Так, где она?
Ой-ой, мы что-то хпшечку проседает. Блин, странно, что здесь камера вроде так трясется и все, но не укачивает, в отличие от Souls Stice. Как она там называлась, эта игра? Точно Souls Stice называлась. Это просто крандец. Souls Stice, да. Там вроде как типа тара-та-та, но... О, нет! Как это? Ни в коем случае! Что? В своем уме? В Souls Stice, там камера просто... Так, пятого уровня мы ищем. Опа-на! Что-то повторяется наш нарратор. Не буду говорить, мы уже и так знаете, что рассказали. Там не только укачивает, там прям отвратительное ощущение. Так, 30-30. Пиночек третьего уровня. Так, тут надо прикинуть, какие у нас задачи есть. Вот задача есть, поехали. 100 метров. Лендмарки все, надо найти эти достопримечательности все. Я думаю, будем их искать и по дороге лутать черепашку, чтобы тот этот сам перкнул. Слишком буквально. Есть у меня, говорит он, такой вот поп-стапер. Ну, это типа приложил. Ну, заглушка для ванны. Или для умывальничка. Go cry! Сундучки собирай. Здорово. Получишь ресы. Да, 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 да. Я что-то мне так хочется сделать, но я их не нахожу, этих сундучков. Я пока только черепашек нахожу. Наверное, надо сканировать почаще. На карте отмечены. А, вот эти сундуки, типа. Если они прям так отмечены, то. А что у нас здесь вопросиком отмечено? Слушайте, вопрос. Дайте-ка мы по вопросику сначала разберемся, что он прям за поворотом. 90 метров. Бля, может это тоже сундук? То есть это сундуки, которые я видел и не поднял. Их здесь 17. И с них ресы. О, как же мы сейчас будем их сканировать чаще. Понял. Сейчас мы... Ах ты, шаба. Сжать. Так, ну что ж, сундук. Здорово. Четвертый левел. Ого! О, 2К! Рандомные мутации — это... Не такие рандомные, они... В них... Для них необходимо большое количество мутагена, как... катализатор, чтобы они случились. Мне надо в грот. Надо срочно в грот. Сейчас мы сразу же ставим тот этот самый. Сразу же ставим на боковую эту байду, что она там была. Сейчас. Пом-пом. Вот это. Garbage disposal. Потому что если мы получаем минералов 5 по 5%, это, короче, хороший. По сравнению с этим самым, с вариантом сканера. Сканирую почаще. Наверное, короче, надо ПКД. Во, например, вот так она сейчас откатилась. Хотя, с другой стороны, если сканера будет побольше по площади, то и мы... Или чаще, например, чтобы он срабатывал. Ой, акулка! Она подросла и эволюционировала в чуть большую акулку. Смотрите. Вот, это уже тинейджер. Сейчас у нее будет... Что такое? Вот это вот что такое? Что она будет злая акулка, и она будет плохие решения делать, это я понимаю. А что такое? Ну, вот это вот что это такое? Пам-пам. Акулка, которая будет сейчас тинейджером, она будет злая. Бен, а где эта байда? Сейчас, переводчик. Тоска, скука, ха, кек. А как оно звучит? Я этого слова не знаю.
Я не знал слова тоска. Теперь я знаю, что такое слово тоска. Короче, наш тинейджер, он будет грустить, тосковать и злость излучать. Машечки? Что тут с органами? Ага. Ну что, поздравляю вас, акулка. Теперь у вас тигровая тушка. Ай, там же... Почему я решил, что там 2К? Там не 2К. Не понял? Нам что, просто так дали? Нам же не хватает на эту окраску. А как мы ее получили, если... Это апгрейд, ее стоит 8К. Я ее уже давно-давно мог одеть. Понятненько. Ошибка. А акулы тоже есть. Но, блин, акулка это акулка, это кайф. Акулка это... Так, стоп, но мне же теперь первого уровня черепашечки не подойдут. Мне нужно 4-го уровня. Тинейджеры. Черепашки Ninja Turtles Teenager Mutant. Вот это все. 2К, куда это мы плывем? Нам в новую зону? Не. Перед новой зоной нам надо поднять все сундуки и не забывать сканировать. Кстати, я уже с новой окраской совершенно о всем... Обо всем забыл. Как бы вылезти, вопросик, из этого самого? Достать ту отметочку. Так, сундук. Ну, доллар тут крутящийся. Пока что мы еще не умеем летать. Акулка использует липиды из таких вот штуковин, чтобы продолжать заправлять свою ярость. Ой, пробаги какие-то есть, когда выпрыгиваешь. Слушайте, а мы на 4-м уровне сможем победить этого дятла? Наверное, еще нет, да? А если мы хвостиком его пошлепаем? А может... О, это 15-й бык! Я ошибся, сорян, аллигатор, пошел на... А он не отстанет, что ли, теперь? О, здорово, сундучело. Да пошел нахрен, аллигатор, ты чё? Ты чё? Выпрыгивай, акулка, бей! На... Беги, да пофигу на этот кислород, да? 15-й уровень, я вру. Он что, все еще охотится за нами? Он продолжает. Вот пес. Так, ну ладно, он пускай выходит там. See you later, alligator. Ладно, поехали обратно. Заберем тот сундучело. Во, вот это сундучело забираем. Такие вот сомплементарные добавки не были бы необходимы, если бы акулочка питалась более сбалансированной и питательной диеточкой. Так, стоп, а что за... Ну, я ему так мало наношу. Ну, он тут тоже как бы не очень много, но я ему очень мало. А он еще и шлепать будет хвостом своим? Что-то мне не нравится. А я его не могу застанет. Не, я думаю, рановато еще с ними драться. Благо он не догоняет. Вахи не догоняет. Так, сканируем. Вообще было бы неплохо немножко организованнее делать, потому что я типа просканировал, но я плыву вообще рандомным способом. Надо смотреть, куда мы плывем. Угу. Я думаю, надо забрать... Стоп. Чтобы вот в эту локу нам переплыть, нам нужно будет вот здесь проплыть. Мы не встречались. Ага. И здесь есть вопросик. Ага. Так, я правильно плыву. Нам нужно на северо-восток, потом тра-та-та, потом уже сюда вернуться. Отсюда мы приплыли.
вот вопросик. Мы когда здесь плыли, я, по-моему, ни хрена не сканировал уже. Давайте-ка мы закроем вот эту зону, чтобы точно знать, что... Да, и вот эту тоже. Да, лучше сначала юг все-таки закрыть. Поехали. Причем юг это так. И потом налево. Поехали. Блин, ну, вроде как первого уровня, что они там дают. А, вот на ХП не надо, да. Но на 40 минералов, учитывая коэффициент роста, не особо мотивация. Так, это я не рано налево повернул? Не рано, пойдет. Просканируем, чтобы точно знать, что здесь сундуков нет. Мне кажется, я экономил в первый раз, когда мы плыли. Как будто тратится. Неожиданный сбор. Хорошие залазки. А нужно подрасти. Спасибо, что заглянул. Ну, это там вкладочку оставлю. Будет классно. Акулке нужна вкладка, чтобы она выросла. Так, стоп. Так, мне вот эту штуковину надо проверить, потому что я не уверен, что радар вот тут вот отсюда сюда доставал. Поэтому мы тут поворачиваем, но при этом держимся левой стороны. А, ну вот это вот оно и есть. О, ну вряд ли тут ящики будут. Ну да, все, получается, все проверили. Так, а вот этот бакс мы не сможем никак достать? По-моему, вот этот мы достаем. Да, это довольно близко, в отличие от того. Так, он в мангровых этих самых. Ой. Ой, акулка, ты чё? Ладно, сейчас что-то неправильно пошло. Подышим. И за баксом. Брик и бро. Так. А, это и есть эти отметочки. Номерные знаки, я понял. Хорошо, теперь мы проверили весь... Ага. Ну вот мы на этот ящик и едем, получается. Потихонечку. О нет, бедная черепашка. Какие-то... 42? 42 это потому что у нас плюс 5%. Да, вот она уже в действии. Так, а что это за свет? Какой он манящий. А мы там плавали вообще? Что это за место? Плавали, кек. Мы только что оттуда приплыли обратно. Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым. Дым-дым. Группер. 170 метров. Блин, вроде бы нормально достает сканер. Судя по всему. Итак, есть щучка первого уровня. Щучка первого уровня. Ну, не позорься уже. Уже не нашего калибра рыба. Рыбак. Рыба. Итак. Over the course of a bull shark's life, it will ingest quite a broad assortment of flotsam and jetsam. Флотсам и джетсам — это довольно-таки непереводимый диалект. Но, в принципе, речь идет о том, что около много мусора есть. Бычья кука. Есть много мусора на протяжении своей жизни. Это какого уровня, ребята? Восьмого опять. О, подождите-ка, здесь Соми какой-то вроде бы был. Третьего, да? Ой, они теперь уже третьего здесь. Интересно, это там же, где мы были до этого или нет?
А, вот этот бакс мы не достаем. А вот тот достаем. Так, там щучка, походу, стоит, да? Ага. Ты что, не поняла намека, щучка? Где ты? Щучка, иди сюда. А, она уже не сопротивляется. Правда? Ну, только на маленьких умеет нападать. Щучка. Блин, какие-то лаги-баги немножко. Притормаживает. FPS-метр не включу. А что ты не включишь? Сейчас, кстати, включу. Во, сейчас будем смотреть, когда там притормаживание, как сильно он... Ай! Ты чё? Кто это? Кто это был? Это первая у меня щучка, ты чё? Щучка. Иди сюда. Может быть, научиться уже хлопать хвостиком? Она меня пытается хлопать. О, аллигатор. Блин, ну что, может, подеремся с ним? Он как бы серьезный противник. А, кстати, я сложность же не выбирал. Ой, мы что, его застанили? О, ну если мы его можем застанить, то ему сейчас будет очень неприятненько. Но и он, может, нас застанет, кстати. Да, но мы можем отъехать и похаваться. Ну тут звуки прям драки, мое почтение. Под водой драки. Подводных ударов. Как будто леща дают. Стоп, а мы сейчас подгрести можем. Бэк, бэк. Акулка. Там еще один аллигатор. Это плохо. Давайте группера в первого уровня поедим хотя бы. О нет, закончились групперы. Ой, как с них мало. Все, возвращаемся к тому челику. Ой, акулка, ой, бедная черепашка наполовину вкусная. Так, это 15 уровня. Нет. Во, вот это надо. Ну что, первый аллигатор? Ты мой. Пусть. Пусть. Ай! Отвечу же это, аллигатор. Кучу мяса. О, да. 99 с одного аллигатора. 99 минералов с одного аллигатора. Да, уничтожьте цель, но я так понимаю, уничтожьте цель, это, скорее всего, 15-й, да? Не, ну, 15-й мы не можем. Но вот с теми мы могли бы. С теми. Ладно, тут мы пока еще рано нам. Так, как бы быть. Мне нужен 8-уровневый. Точнее, аллигатор 8 уровня. Во, иди сюда. Думаешь, это нас запили с тобой? Это тебя запили. Стоп, а он что, не один, да? И тот тоже 8. А может, я его как-то забачу? Чтобы он один? Оттаскиваем его. Выпрыгиваем. Ой, акулка уже может летать. Акулка подросла. Достаточно, чтобы летать. Я о глупости таких еще давненько не говорю. Уже. Так, ты чё? Ты чё это? Еда? Еда есть? Группер? Два группера с собой, пожалуйста. И Макфлори. Так, стоп, где этот второй? Во. А, это его. Блин, мне надо на пол хп 3 рыбки сожрать. То есть я лучше с этим тогда подерусь, потому что здесь хотя бы рыбки есть. Вот с этим. Вот с этим вот. Надо не забывать доджить его атаки тоже. Ай! Забыл доджить его атаки тоже. Беги, акулочка. Ой,
чего так много-то он снял? Это что-то очень много. Блин, неприятно. И он еще нас на таргете держит. Нам надо срочно отхилиться. Так, это не мы не с этим дрались. Ой, что-то их здесь еще. А что у нас так мало теперь ХП восстанавливается? О, нет. О, нет, а может быть. А, вот, с группера больше ХП. Правильно, жирные кислоты. Поехали. Группер. Группер есть. А, нет, группера лучше не тратить. Тут мало ХП надо. Возьмем вот эту штучку. Хрустящий снэк. Так, вот этот вот сколько у него? Он фуловый. А с кем мы дрались-то? Неважно. Не понял, такой звук, как будто тут еще рядышком. Да блин, опять он. Да пошел ты, кокулочка. Срочно нужно покушать. Кстати, вообще-то мы можем кораблики тоже ломать. Так, первым делом группера, пожалуйста, которого мы оставляли в холодильнике. Сужатенько. А, нет, он вернулся. Он пришел за нами. Пошел ты, пес. Блин, ну мы ему что-то не сильно. Даю. А он нам сильный. Мы уже наносим урон по этой байде. По наносим, кстати. Блин, ну этот может закусать нас. Ой, я не знаю здесь, как работает. Ой, блин. А у нас же как бы сейвов нет. Не-не-не, бэк. Бэк, нужно передохнуть. Начинаю терять концентрацию. Вообще, а с чего я взял, что мне нужно их минералов? И вот так вот великолепный блестящий подводный мир становится лучше крови. Вообще, Bloodbath это имеется в виду уже. Ванна крови, ну. Лужа, это более естественно звучит. Так, мне эти самые не нужны. Где наш домик наш? Поехали. Я его отметил. Почему нельзя? Она и была Fast Travel, Violent Combat. Ага. Сейчас закончим тогда комбат. Черт. Никаких проблем. Первого уровня щучек там мы точно не можем съесть. Щучки за халявные ДНК, это или это имеется в виду мутагены, непонятно, но наверное спутагены. Ну да, правильно. Нет, стоп, или это протеины? Как мутагены тогда выглядят? Все, поехали. The shark returns once again to her safe haven. Так. We can try later. Чё, это не работает? Песикометр поломался. Так, значит, брам-бам-бам. Если у нас какие-то варианты на органы, апгрейд можно. Так, 50 радиус, кулдаун. Конечно. А, мутагены вон зелененькие, 515. Все, разобрались, это белок. Поздравляю, акулка. Двухметровая акулочка, очень симпатичная. 8К, вот это мы продолжаем копить.
damage rating, speed rating. Ну, такое себе пока что статы, конечно. Так, буй, кабель, поехали. Буй, буй. Так, теперь, куда мы плывем? Сюда мы уже плавали, поэтому мы сейчас плывем вот сюда. Я могу эту отметочку? О, вот, да. Как же удобно. С какой любовью сделали для такой акулочки великолепный, великолепный подводный мир, где ты ставишь отметочку и плывешь туда. Щучка, ты самый. Не на. Перекус на пути. Так, вот мы отметку приехали, и она не снимается, пока я ее не уберу. Понимаю. А это тоже 8 уровня, да? Но у нас типа сейф есть, и тут вроде как еды достаточно, поэтому можем попробовать подраться. А может быть ударил, убежал? Ударил, а мы ударили, и мы убежали. Так, ладно. Сомик, можно вас на секундочку, пожалуйста? О, мы что-то нормально вот это покусали его. Блин, я бы еще понимал бы, как это работает. Кто у нас именно на него работает, точнее. Может быть, это потому что мы отдохнули? Может, я просто не жду, пока он покусает? Не, надо еще поесть. Сминушка, Сомик. Сомик. Сомик, помогите! Так, черепашка. Так, ну что, жаба, готовься. Сейчас мы тебя... Так, ну у него пол хп, и у нас пол хп, это не устраивает. Нам надо другое соотношение хп. Смотри на него. Что за жаба-то такая? Так, там еще аллигатор. Не, ну тот аллигатор мне не надо, чтобы согрелся. Давайте этого отведем. Ожидаем. Пошел. Я что-то расслабился. Даже не близко. Я уже подумал, что мы его все, и он это самое, а он еще был не все, и мы еще его не это самое. Заслуженный снэк. О, да, минералы. Пошла жара. Все? Серьезно? Мы с него даже не фуловые? А, потому что там липиды. Ладно, ладно. Так, коробочка нашлась, поехали. Так, а где она здесь? А. Удобно. Пятый левел! Все! Да. That she needs to eat essential minerals to stay healthy and grow. Эта акулка понимает, что ей необходимо есть важные микроэлементы, чтобы оставаться здоровой и расти. Акулка. Так. Эту отметку мы уже ездили. Поехали на вопросики. Там, скорее всего, ящичек. Где вопросик? О. Ну, тут не очень грациозное перекатывание будет. Ну, а что поделать? Ой. Катфиш. А ну-ка, иди сюда. Как уж ты сладенький.
вкусненький пирожочек. Так. Вот так вот. О, это номерной. Ну, в смысле. A clock would hardly be the strangest thing ever retrieved from a crocodile's mouth. Настенные часы вряд ли будут самой странной штукой, когда-либо достанной. Извлеченной из-за крокодиловой пасти. Блин, что тут свет какой-то? А, это же темно. Кто-то темно, наверное, потому что темно. Группер, кто тебя не докушал? Давай, мы тебе поможем тебе. Бедняжечка, группер. Так, сколько у нас минералов имеется? 4 кап. То есть мы пока такую половину не собирали. Я слышу утку. Так, мы сюда доезжали, в самый край. Не уверен, поехали. Нифига себе, тут большая карта, если это 400 метров. Хотя мы вроде как близко. На, кукочка какая-то симпатичная. Плыви, плыви, черепашка, тебя уже никто не обидит. Надо черепашку побольше. Так, я не понял. Наверное, там какой-нибудь босс. Уж пока не сможем. Куда? А вот это мы сможем. Прям сейчас. А так, блин, ну может не сейчас, сейчас. Так, развернемся. Подышали, подышали. Да, ё-моё, да как? Ты на дерево залазишь? А, акулка, дыши! Акулочка. Так, надо прикинуть. Мы что смогли раньше? Нет. Тут надо прям расклон такой. У нас скорость маленькая пока что. То есть нам надо... Стоп, а я вообще-то не нажимал кусь-кусь. Надо попробовать кусь-кусь сейчас нажать. Да, достал. Нормально. Хорош. Так, теперь, куда мы дальше поедем? Сюда. Поехали. А что за 33? Протокол посмотреть. Ух ты, там есть какая-то решеточка. Что за решеточка здесь? Куда это ведет? Же новый этот самый. О, тут групперы есть 6 уровня. И какая-то барракуда 5. Ну что, барракуда 5 уровня? Иди-ка ты сюда, лапуля. Уже закончилось, я что-то провтыкался, ряд. Ага, вот он, прибежала жаба. Бедный группер, он даже не пытается. Ну, все равно на игру. Да. Так, барракуда, я, конечно, понимаю, что ты барракуда, но не надо было настолько барракудить. Блин, ну тут нормальный такой. Ой, что это я сожрал только что? Ой. Что-то съел. Ну ладно. Не, эти все групперы уедут с нами. Они здесь не останутся, конечно. 6 уровня группера я такого не находил еще. Ящик. Так, того уже 5к почти. Все, кто когда-либо попадал в желудок акулки... Нет, стоп. Все, когда-либо, кто когда-либо рассматривал содержание желудка акулки, понятно, знают, что акулка сожрет все, что угодно. Практически все, что угодно. Скорее всего, так. А то я чуть отвлекся на анимацию. Но могу предположить именно так. Нарратор. Кстати, голос у нарратора нарративный.
Группу второго. Шестого? Что? А чё я дрыгаюсь-то? Не надо бежать. Он никуда не торопится, так будет. Акулка покушала. Ох ты, акулка, как же кайфово. Обалдеть. Ладно, все, давайте еще парочку шестых. И свадьба. А эти остальные пускай растут. Это первый. И вот шестой недоеденный как раз. Здорово, группа. А, поехали. Бам. Так, далее. Сюда. Кстати, надо попробовать бюзизики поломать здесь. С них вроде как тоже минералы должны быть. Ну каково? Какое именно? Ничего не. Ладно. Так, тогда сюда. По-моему, там вот номерной знак стоит. Во, вопрос. Угу. Этот мы легко достаем по плану. Здорово, номерной знак. Здорово. Так, 3 из 10. Ну, один из них я точно не достаю. Поэтому, в принципе, за оставшимися шестью, минус того, можно и не гоняться пока. А вот тут вот, тут вот что-то важное имеется. Там внутри водичка есть? Есть. Ой, как удобно. Так, а как туда залезть? Угу, обычно. Хорошо. Акуга, ну чё ты? Ты чё, Акуга? Ну чё ты? Ну вот, ты же умеешь, прыгни ты. Может, заранее надо? Что-то неправильно я делаю. Может быть, из-под вот так вот? Да нет, что-то еще хуже. Ой, я еще и кусь нажал, это вообще не в тему. А как? Ну, давай. Во, доминация. Блин, что такое фигур? Несмотря на их репутацию как борцов, аллигаторы не узнали. Figure four. Что такое figure four? Grappling. А, это прямо из борьбы. Як. Блин, а как там было написано? Я не все запомнил. Но figure four — это когда нога в ноге, и ты зажимаешь ногу в колене противника, и, в общем, это как бы полево. Ну, я понял, это в ВВЕ такое было. Кайфовая тема. В ВВЕ. Ну, это кек, да. Так у нас доминация теперь, у нас акулка доминатор. Акулка. Она улетает. Как же хороша кука. ХП у нее, кстати, улетает тоже в моментальном полете. Так, хорошо, куда мы дальше? Мы сюда вроде не добрались. Или добрались? Что-то я не помню. Нет, мы не добирались. Say hello to my little friend. Не видно? С какой стороны? Где он, блядь? Hello? Куда он спалился? Может, только что здесь был? Но мы не могли его быстро раскусить так. Просто я заметил, что иногда не отмечены на карте фрагментики его. Но это вроде бы другой. Ты чё ты там? Ты чё ты там? Ой, мы его выкинули. Кек.
гад, ты чё? Ты чё? Ты чё, не знакома с доминирующей акулкой? Сейчас бы еще видеть, где он. Получает. Так, нормально вообще. Надо, чтобы на него станы всегда прокатывали, тогда будет нормально. То что-то он очень больно нам делает. Бэк. Стратегический бэк на пару-тройку групперов. И продолжим. Кусайки. Блин, эти групперы начинают выглядеть как какие-то аквариумные рыбки. Ну, в смысле, не игровые рыбки. Не интерактивные рыбки. Это же вся кулка жить. Так, я просто. Ошибка. Кулечка. Не, надо группы, надо группы. Тяжело. Придется черепашками насытиться. Что-то группы закончились вместе схватки. Итак, аллигатор пытается догнать акулку, акулка делает нырёк, потом разворачивается и ничего не понятно, но был удар хвоста. Походу он вылетел из ринга, мы возвращаемся, делаем двойной удар, подкрадываемся незаметно, ошибка была допущена, но тем не менее акулка продолжает держать себя в тонусе, она ведет цель, накидывается сверху, сверху не подходит атака, аллигатор готов, но к этому вот он не был готов. И снова разворот, и снова кусь. Здесь аллигатор чувствует, что у него остается немного хп, видит хп противника, но надо учитывать, что акулка станет хорошо. Аллигатор повержен. Блин, ну мы опять не отхилимся, наверное, с его количества мяск. Ну вот. А, не отмечено, сорян. Но оно не светится, оно просто фигурочка вроде как показывает. И да, и таки не отхилились. Ну а что делать? Так, масштаб тут как-то можно? Ага, ага. Ага. Ну ладно, тогда попробуем сюда пролезть. Сейчас перепрыгнем, если потребуется, через эту байду. Ой, нет, 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 мне кажется, это на карте, что получается, было отмечено. Вот это вот. Угу, я понял. На карте оно отмечено как непроходимое, на самом деле ты под ним проплываешь. Серьезно, в такой удаленной точке никакого сундучка не припрятано? А это кто такой? Что? Что это? Что это было только что? А, это я на палку наткнулся. Все в порядке? Все в порядке, без паники. Ладно, тогда надо менять было. Так, здесь кто-то плавает. Интересно, это 15-й или обычный? Так, внутри мы уже собрались, здесь мы прошли, здесь мы типа прошли. Ну, короче, вот эта вся правая сторона, мы уже ее полностью все прочекали. То есть нам сейчас надо центрально правая сторона, а потом центрально левая. Вот поэтому, по сути, можно было бы поставить waypoint вот сюда. Но просто если это 15-й, он будет запарывать немного. Много. Он будет много запарывать. О, вопросик. Это достопримечательность, мне кажется. Да, это достопримечательность. Восьмой аллигатор. Someone should have taken a gun safety class. Кому-то надо было пойти на уроки предохранителя на оружие. В смысле, они что? А, типа он выстрелил, и этот челик без... А, ну это темненький, конечно, юморок у вас, ребята. Сундучелло. Странный конгломерат всякой ерунды окажется в желудке у акулки.
Ну это он уже такого типа что-то говорил. Ну ладно. Тут, кстати, только что был где-то этот кадр, но он что-то свалил. Без обид. Или может быть то щучка? А нет, вон, вон. Есть он тут, да. Сейчас мы пойдем с ним поделимся. The sea wolf remains acutely aware of anything that might constitute food. Морской волк продолжает быть уверенным. Нет. Strangely, но... продолжает точно знать обо всем, что может представлять собой еду. Вроде такое, что-то там было. Так, тут два. Тут два аллигатора. Это много. Это много. Это на один больше, чем нужно. Давай, давай, кусок мяса, иди сюда. Ты будешь просто нашим улучшением радара сейчас. А? Он укусит меня! Ах ты пес! Ты что? Ты что? Так как тебя. Не то-то было, глупый аллигатор. Слушай, это точно аллигатор, а не крокодил?